Ня, привет, зритель. Я собираюсь погулять с камерой. Конечно, уже это прилично времени, но я надеюсь, что до солнечного пока я пешим пойду. Зимой в этом году впервые пойду пешим зимой до солнечного сфоткать елку. Но вообще заснять елку, у меня вообще такая мечта еще за несколько дней до Нового года была прогуляться по городу с камерой и заснять разные елки. Ну и монтирнуть. В общем, как вам мой макияж? Я прям бьюти-блогера косплея какого-то, а не какого-то конкретного. Вот отличная, я считаю, палетка, уже третий год ей пользуюсь. Я, конечно, возможно, что-то не догоняю, и палетки надо менять раз в полгода или как-то так, как зубные щетки некоторые, или все. Но вот я считаю, что палетка где-то вообще на каком-то форуме даже читала, или в ролике каком-то смотрела, или еще что-то, что мне YouTube подкидывал, что палетки может хватить на долгие годы. Вот никогда особо вот этим средним цветом не пользовалась, прям средний палец. Но вот сегодня у меня я решила, что может быть при свете дня, который на самом деле, вот у меня телефон убран, но где-то уже 3 часа с чем-то, в том нижнем углу, в правом нижнем углу монитора я не увижу эти малюсенькие циферки, сколько там времени, а часы у меня вообще вон там, тем более я не вижу. Короче говоря, может быть не очень видно, но вот сейчас у меня вот такой вот на губах. Блеск, на самом деле, это помада, палетка Yves Rocher Grand Rouge. Я ее даже когда-то обозревала, может, даже не один раз. И я решила, что раз уж сейчас зима, то очень подойдет к этой помаде. Вот такой вот лак, который мне Женька задарила, от Oriflame. Я, правда, не очень уверена, это какой-то покрытие или еще что-то, но я его использую просто как лак. Мне сейчас тут надо лишнее ударить с пальцев. Я решила, что я такая вполне себе снегурочка. И решила поделиться с вами этим решением и видом. Всем надеюсь хорошего настроения новогоднего. И я надеюсь, ваши новогодние каникулы проходят отлично. Всем пока!